Танцевальная пара из Северной Осетии может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Солистка московского ансамбля танцев Алания Дина Бекоева и известный в республике врач Казбек Кудзаев исполнили на Эльбрусе высочайшие вершины Европы народный танец «Симт». Реализовать проект танцорам помогли сопровождающие их профессиональные альпинисты и гиды. Восхождение на Эльбрус длилось почти неделю, после чего артистам пришлось танцевать в весьма непростых условиях на высоте 5642 метра. Но результат того стоил. Отметим, предыдущий рекорд принадлежит грузинскому ансамблю «Сухишвили». Его артисты взобрались на высоту 3100 метров.